Всем, это Иван Жданов. Сегодня мы рассмотрим очередную свою девочку. Забыл лицо показать. Вот. Очередную самоделочку из старого игрушечного лобзика. Вот тут мои самодельные кружочки. И тут такая шестерня, кружочек. Тут кордоночка, тут пластун, чтобы как бы дырочка была слишком большая. Ну, в общем, так, сделала самодельную пилу. Для изготовления самодельной микропилы нам потребуется старый детский лобзик, картонка, клей, инструкция. Ну, если нужно просто, чтобы вырезать картинку детской пилы, контрскол. Ну и все. Ну и картонки. Первым делом, когда мы разбираем, снимаем отсюда вот эту шестерню. Аккуратно. И погружаем провод. Ну вот. Изготавливаем вот так, я изготовил. И ты тоже изготовил самодельный. У меня даже есть немножко загруженный набор микроинструментов. Вот этот. То есть это микропила у нас. Сюда закрепляем любые из выбранных нами кругов. И получаем вот такой вот. Здесь я прокрутила лентой. Здесь я сейчас снял все пилки. Пилку снял. Получилась вот очень удобная такая. Сейчас мы отделим любую штуку сейчас. Тут вот шестерню, которую я аккуратненько снял. Пальцы прижимал. Пальцы. Как само собой тут все надежно. Сейчас покажу вам. Вот я закрепил кружочек, тут кружок вот такой маленький. Из картона. Здесь, в общем. Шестерня, которая была вот на этой канители, которую я прикрепил к бумажке на изоленте. Дальше вот. Такая вот штука очень интересная. Хорошая. Здесь у меня будет набор такой вот микродисков. То есть она может резать любые материалы. Ну, считаю, конечно, пластик. Для граверов, мастеров, которые занимаются гравировкой, и очень подходит на приспособление. Такую штуку можно вставить даже в маленький столик придумать. Лучше бы вот так получилось, мне кажется, циркулярочка у нас. Так вот. Ну, одеваем.
принципе, такую пилу это ручную циркулярку можно установить, чтобы сделать из нее стандартную циркулярку, для этого какой-нибудь надо микростол придумать. Получится очень удобно. То есть это еще мини-станок такой. Это его вот была такая у них. И тоже бы сказать. И хорошая такой для объемов работы. Ну, для мелких, желательно. Для того, чтобы что-нибудь мелкое, не знаю, но попробую из нее какой-нибудь столик сделать для этой пилы. Для этой именно. Гамма этой циркуляточки самодельной. Сделал стационар, чтобы она при этом была съемная. По поводу моей старой болгарки. Я ее вот так сделал приспособу. Вот так. С этим все работает. А по поводу моего шуруповерта, я вот этот доскок, который приделал на машину, взял этот посуд, я делал вот так. А тут хранится мой гравер и какие-то инструменты. Из этого я сделал миксер, из этого от старой лампочки сделал пыльный перфоратор, а из этого шлифмашинку для того, чтобы покрывать затирой плитку. Ну ничего. В следующих видео вы узнаете еще много нового. Всем пока!